Ради Хабиров провел выездное совещание Республиканской комиссии по взаимодействию с Башнефтью. Ключевыми темами стали совместные инвестиционные и социальные проекты. В частности, на совещании обсудили меры по развитию транспортной инфраструктуры в районах добычи нефти и ход работ по приоритетным проектам. Так, в их число в сентябре включили программу реконструкции очистных сооружений предприятия «Уфаорксинтез» с объемом инвестиций более 1,5 миллиарда рублей. Всего компания реализует 7 приоритетных проектов на 66 миллиардов рублей. Конечно, первый вопрос – это производственная деятельность. Вообще, в целом, мы первый вопрос мы актуализируем текущую ситуацию, как на предприятиях. Она очень хорошая. Компания идет с ростом и в нефтедобыче, и в нефтепереработке, что для нас важно. Вот, второй вопрос – это, конечно, мы актуализируем весь ход инвестиционных проектов. Почему? Потому что здесь без должной поддержки республики инвестиционный проект тяжелее идет. Поэтому наша задача в том числе здесь помогать организационными мерами, налоговыми. Поэтому мы буквально пробежались по всем. В целом, подчеркиваю, что мы очень довольны, как у нас все это работа построена. Также глава региона отметил, что в этом году промышленность республики развивается стабильно с ростом в 5,4% по итогам января-августа. При этом производство кокса и нефтепродуктов увеличилось почти на 10%.